На острову Свети Стефан će biti održan summit predsjednika balkanskih država. Алло. А, конечно, Олег Павлович. Да, беру интервью с профессором Спасским. Прямо сейчас. А, не могу, Олег Павлович, он спит. Ну, он очень устал. Институт динамики геосферы. Есть кто дома, нет? Эй! Борис Петрович, вы здесь? Ты пришел убить меня? А профессор Спасский? Тебя прислали убить меня! Блин! Вы что творите-то? Я журналист из Москвы! Журнал «Актуальная наука». Я пришел интервью у вас взять. Я журналист. Вот. Ты кто? Да журналист я. Борис Петрович, я вчера опоздал на конференцию. Точнее, совсем не пришел. А интервью с вами как бы срочно. Борис Петрович, извините, что я вас отвлекаю. Я у вас не займу много времени. Мне нужна только минута. Я очень быстро. Борис Петрович, вы буквально недавно получили международную премию за свою работу, посвященную теории о пустотах в шельфе Адриатического побережья. Расскажите, пожалуйста, о ней. Они, закричав громким голосом, затыкали уши свои. Единодушно устремились на него и выведя за город... стали побивать его камнями! Я не понимаю... Камнями!
Я буду как он. Я буду как он. Как кто вы будете? Я буду как он. Вчера владыка мира призвал на свой пир. Сегодня последователи Господа. Борис Петрович, это все, конечно, интересно, но, в общем, у меня сели батарейки, я сейчас схожу в... Я так и знал! Знал, что этим кончится! Проклятые деньги! Я хороший ученый! Я не понимаю, почему мне не платили деньги. Почему? Ты кто? Я журналист! Борис Петрович! Алло, Олег Павлович, у нас тут проблема. Ну, как бы вам лучше сказать-то? Профессор Спасский, по-моему, сошел с ума. Ну, это случилось, когда он проснулся. Алло. Блин, сумка. Не убивайте меня, пожалуйста. Не убивайте, пожалуйста. Нельзя убивать. Нельзя. Пей. Я не буду пить. Не хочу пить. Не хочу. Пей, или будешь умирать долго. Это ко мне. Хрена калитку запер? Это журналист. Пей. Из Москвы. Я ему все рассказал. Если вы меня убьете, он все это публикует в газете. Пей. Я говорю правду, это его сумка. Посмотрите, это его сумка. Сумка. Блин. Товарищ. Я вам говорю, убийство произошло. Тихо. Ничего не понимаю. Что не разумеем? Напишите все, что видели. Офицер сейчас к вам подойдет. Алло. Привет, мам. Здесь не холодно. Мам, ну кому ты веришь, прогнозу погоды или мне? Ну все в порядке, мам. Прогнозу? Хорошо, мам. Я надену теплую куртку, которую ты мне положила, и умру от жары. Договорились. Твою мать. Мама, извини, я не тебе перезвоню. На этой неделе мы проводим анализ сделанной работы в обеспечении мира и стабильности в городе и поставим задачи на будущее. Максимально повысить бдительность и быть. Добрый дом. Что его убило? Что это вообще было?
Сегодня утром в своем доме убит известный ученый Борис Спасский. Полиция разыскивает русского журналиста Сергея Сотникова, вещи которого были найдены в доме профессора. Его фотографии вы увидите на своих экранах. Просьба всем, кто может дать информацию о месте нахождения этого человека, сообщить в полицию по этому номеру телефона. Уборка номера. Соба 318. Комната 318. Вон там, около пожарного щитка. Изащите из лифта. Выйдите из лифта. Ивана, что случилось? Ништо, Марко, мышь. Ничего, Марко, мышь. Если он тебя увидит, то убьет меня. Меня? Тебя само с собой. Ты кто? Алло, мам. Все в порядке, мам. Я в душе. Слушай, мужик, это не то, что ты думаешь. Это что бы ты ни подумал, это не так. Ты же... Стой, подожди. Убийство. Не сам я. Разумеешь? Башме, Брига. Это служебный выход. Уходи. А, ты русский знаешь? Понимаешь? Я очень попал из-за этого профессора. Меня не только полиция ищет, но этот чувак, которого на тот свет определил. Если найдет, хана. И нос вот разбили еще. За мной. Иди. Жила-била с фей-ты-фей. Фея ангел, то есть на небе она била ангел, а на земле фея. Это было ей легче легкого, так как у нее били крылья, и она могла летать. Била она очень даже добрая и делала всем людям добрые дела. Однажды, когда на земле все хорошие дела, били перед делами, она возвращалась обратно на небо. Мне нужно уехать, Анна. Вернусь через час. Я бы с тобой. Я хочу с тобой. Говори по-русски. Нет. Не буду. Я бы с тобой. Это что опять здесь такое? Иванка! Сколько раз говорил тебе, Иванка, не приводить сюда свою дочь? А ты кто такой? Это мы знакомый турист. Туриста, познанный. Знакомый турист. Иванка, ты в конец обнаглела. Рот закрой. Что? Что слышал? Ты хочешь на свою жену. На жену орать будешь.
На острове Святого Стефана состоится саммит президентов балканских государств. Это сребренька. Она фея. Ешь ангел. Ангел? Значит, она умеет летать? Не видишь? Ее крыло сломано. Как она может летать? А кто его сломал? Никто. Оно само сломалось. Как же само? Она решила все время много летать. А потом злой волшебник ее обид. И тогда крыло сломалось. От обиды? Анна, не приставай к дяде. Да она не пристает, мы просто с ней разговариваем. Кстати, откуда вы с Анной знаете русский? Моя баба русская. А, она здесь живет или в России? Она погибла, когда меня Аиша не била. Извини. Я за рулем, ты не видишь? Все равно хочет. Это электронный глушитель радиосигналов. Я его сам изобрел. Он пока еще не очень управляем, но это же опытный образец. Глушит все подряд в радиусе 100 метров. Но когда я его доработаю, стану миллионером. Дарю. Надо насыпать бензин. Насыпай. Анна, пошли, надо в туалет. Я не буду. Сейчас не хочешь, а уйдем вам ветра, сразу захочешь. Пошли. Я не буду. Ел Драгон тут? Драгон у себя? Да, у кабинета. Да, в кабинете. Драгон! Драгон, Драгон! Анна, ты моя радость. Ну, где ты была? Где ты пропадала? Где радость моя, Ирина? Давай закурим. Не хочешь? Ты закушаешь? Хочешь? Да. Хочешь покурить? Добро. Ну ладно, ладно. Давай, просто дал ей разок затянуться. Да, один раз. Замолен я, когда ей покажу аквариум. Попроси кого-нибудь показать ей аквариум. Дэйн, иди сюда. Дэйн, иди сюда. Здравия. Привет, Иванка. Мне кажется, или у тебя грудь подросла? Дэйн, покажи Ане аквариум. Эй, Драгон, брат, что интересного в аквариуме? Дэйн, покажи Ане аквариум. Анна, хочешь, дядька Дэйн в голову себе выстрелит? Дэйн, собачья рыла, ты слышал, что я сказала? Выйди вон. Ладно, ладно. Аквариум так аквариум. Не хочу аквариум. Коля моя, рус. У меня в машине русский, стражика полиции, которого ищет полиция. Не можешь? Можешь помочь перевести его через границу? За что ты решил ему помочь? А с чего ты решил ему помочь? Его обвиняют в убийстве. Он говорит, что не виноват. Я верю.
Сетям се, когда мы были мали. Помню, в детстве мы с Бояном пришли к тебе в гости. Я увидел на кухне конфеты. Рассовал их по карманам, пока вы играли в комнате. Потом твоя мама спросила, куда они делись. Мы все пожали плечами. Мама ушла. Ты повернулась ко мне. Драган, ты взял. Я ответил, нет. Ты поверила. Я к тому, Иванка, что с тех пор ничего не изменилось. Можешь, да, мне помогнешь или не можешь? Ты можешь помочь или нет? Как я могу быть уверен, что он потом не убьет еще кого-нибудь? Он не убийца. Да, он не убийца, я уверена. Неужели? А за что Дамару не оставила с ним? Почему тогда ты не оставила с ним дочь? Иванка, за него тратят великую... За него предлагают большие деньги, Иванка. Можешь взять половину. Можешь просто уйти. Решай сама. Задерживать не буду. И? А? Ну? Кто украл бомбоны? Кто украл конфеты? Русский. А дядя Дэн выстрелил себе в голову. И ничто. А дядя Дэн выстрелил себе в голову и ничего. Не подскажете, как по-сербски супа? Что он-то притча? Чего он хочет? Кажет, да, личим на негову маму. Говорит, что я похожа на его маму. Жаба хочет кушать маму? Нет, мама не добра, боль, добра. Нет, мама невкусна. Я лучше тебя буду кушать. Анна, за что плачешь? Анна, почему ты плачешь? Он не добрый. Он добрый. Он жабу сделал. И радио твое дурацкое может сломать. Он хороший, хороший. Алло, Софья. Ты дома? Ты дома? Довезешь тебя? Я привезу к тебе, Анну. Ready? Хорошо. Драган, руса треба пустить. Русского надо отпустить. Заказана с Иванка. Купатель ту запосата заказана. Ты опоздала, Иванка. Покупатель будет через полчаса. Знаем уже 25 лет. Мы знакомы 25 лет. Никогда ты не сам ничто тражил. Я никогда ни о чем тебя не просила. Ай, Иванка, я тебя за гол пропустил. Эх, Иванка, я за тебя такой гол пропустил.
Да? Да. Молим? Što? Kupac je nervozan. Kupatelj nervniči. Reči mu slobodno neka ga izdrka, to smiruje. Skaži, pusti hren peredjornit, i to uspokajuje. Ну и где он? Чудно исключен. Странно отключен. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, где он? Найдите его. Найдите его. Дэйн. Дэйн. Убили Дэйна. Даже не знаю теперь, вот, благодарить тебя или как. Не надо. Тебя ждут, иди. Слушай, оставь мне на всякий случай номер телефона. Почему? Ну, мало ли что. Позвонишь, когда станешь миллионер. Позвоню, когда все это закончится. Для меня уже все закончилось, Сергей. Уекси ту, косячим. Всегда дрался с теми, кто сильнее был. Прозвали... На войне прозвали его Дэйн Заговоренный. Ни одна пуля не брала. Как глаз осколком выбило, недели не прошло. Сбежал из госпиталя. Не видел ни черта. Крови блевал. Ракия на голову и вот. Ракия башку польет и в пекло. Ты не виноват, Драган. Он сам вызвался. Да. Да. Ясно. Понятно. Тише. Он ушел. Что радим с людьми? Что делать людям? Речи, не катрайся, другие поса! Такую речи! Искать другую работу, так им и скажи. Доставите. Продолжайте искать где угодно. Доставите, билодже. Билодже! Где угодно. Алло. Иванка. Иванка. Или Русь с тобой? Русский еще с тобой? Не. Нет. Он вечер в амбассаде. Он уже в посольстве. Что-то случилось? Ничего, иди. Поставим людей, поставь людей у русского посольства. Может, хватит, Драган? Нет, не хватит. Мне нужен этот русский. Поставим людей, как у русской амбассады. Поставь людей у русского посольства. Зачем сюда пришел, дятел? Да вы же сами сказали. Я тебя просил связаться со мной. Ты что, не умеешь пользоваться телефоном? Да блин, у меня батарейка села. Я сам разумею. Да. Позвичу я вас. Ну что, требует немедленной выдачи. Кто требует? Американская киноакадемия. Оскара тебе хотят вручить. Послушай, Антон, у нас есть 30-40 минут, не больше. Пиши. Что писать? Сочинение на тему, как я убил дедушку. Я не убивал никого. Вы мне сами сказали по телефону, что я не виноват, что вы знаете. Послушайте, молодой человек, вас как зовут? Сергей. Сергей, вы понимаете, что за последние несколько дней в этой солнечной стране погибло трое наших соотечественников? Эти трое были учеными-геофизиками. Последний из них – профессор Спасский. Ты или его сам отправил на тот свет, или видел, кто это сделал. Вот об этом пиши. Не буду я ничего писать. Послушай, ты... У тебя выбора нет. Тебя решетка ждет. Антон, извини. Послушайте. Нужно написать. Это в ваших интересах. Я же сказал. Ничего я писать не буду. Антон, и зачем мне этот геморрой? Мне на пенсию через месяц. Послу Франции, когда он на пенсию выходил, тут орден местный дали. А ты хочешь,
чтобы мне дали по жопе. Павел Леонидович, ну если этот диктофон существует, и на нем действительно записано то, что он говорит, эта информация поможет мне в том деле, которым я занимаюсь. Олег, ну скажи ты ему. Что сказать, Павел Леонидович? То, что у меня сердце больное и безупречная дипломатическая репутация. Я не хочу рисковать ни тем, ни другим. Павел Леонидович, можно я попробую? Ты пробовал когда-нибудь? А. Ну, попробуй. Попадешь, дам свою машину. И час времени. Нет, ну ты понял, Олежек? Никогда не спорь с конторщиками. Дохлый номер. Все равно проиграешь. Павел Леонидович, ключи. А машину берешь свою. Моя слишком приметная. Джессирус. Ну, здорово, русский. Сяди. А сяди уже. Садись. Ты? Какой? Как дела? Добро. Хорошо ли? Я хорошо. А воу-воу-воу, нет, хорошо. Тебе не хорошо. Нет, хорошо. Айду жми яблоко. Возьми яблоко. Узми яблоко, домашнее, доброе, узми. Домашнее, вкусное. Слушай, ну, что ты делаешь? Слушай, русский, что я тебе скажу. Бывает, что ты прати. Тот, кто идет за тобой, убил моих людей. Когда узнает, что ты у меня, придет сюда. А когда дожди, ожди, я чего? А когда придет, я его убью. Я убью его, как собаку. Ты слышишь меня? Убить? Я чего не могу убить? А если он тебя убьет? Что? If he kill you. Меня убьет. Меня убить? Слушай, русский. Слушай, русский.
Ячу, аку треба. Если надо, юного самого, но, то я самому этому Бен Ладену задницу поджарю. Устачуга, если надо будет. Понимаешь меня? Драгон, пожури, Драгон, все тебя ждут. Хорошо. Зужим, рус. Так слушай, русский. До нас мне... До нас мне праздник. У меня сегодня праздник. Доля, свадьба. Здесь свадьба. Женим, сестрич, племянник женится. Гость. Будешь моим Слушай, гостем. Только смотри, русский. Ты... Как бы это сказать? Ты, не забудь, что я тебе сказал. Если ты бежать от меня, не мой. Не мой бежать. Бежать ватить. Захочешь? За то, что ты ватить, поймаю и, ноги, что ты и отрежу ноги. Прирезать, что ты, обе, что ты ноги прирезать. Обе ноги. Пилу. Пилой. Машина, машина пила. Бензопилой. Разумеешь ли? Понимаешь меня? Я понял тебя. Ай. Види. Смотри. Мой сын, мой сын пришел вторым на скачках в Джерайне. Поздравляю. Поздравляю. Поздравляешь? Поздравляешь? Я саму купил... Я купил ему лучшую берберийскую кобылу, чистокровного хатбана. Посадил его на нее, когда он еще ходить не мог. На финальном круге он пришел вторым. В финале он сам. Сам совершил ошибку. Не смог догнать. Но я не наказал его. Знаешь почему? Зачекай, Сач. Жди, сейчас. Это же Сабах. Да, точно, но он же погиб. Можете задавать вопросы. Он в моем подчинении. Сабах, скажи нам, где рай? Мы сможем его увидеть? Ты его видел? Рай покоится в тени Сабель, сказал пророк Мухаммед. Вы, хашашины, слуги его. Но волю Мухаммеда знает только этот человек. И здесь его дом. И дом его храм. И храм этот – первая ступень на пути в рай. И сколько ступеней вам пройти, знает только он. Ступайте. И здесь его дом, сказал пророк Мухаммед. Я думал, что текст забуду. Нельзя попроще что-нибудь придумать? Выходи. Ты понял, как я тебе доверяю, Илир? Никто не знает правду. Только ты. Не подведи меня. Я не стал наказывать сына, потому что мой сын имеет право на ошибку. Илир, Илир,
Ты мне как сын. Исправь свою ошибку. Исправь свою ошибку. Что, Драган? Дошла Иванка. Иванка приехала. Есть, Майка, дошла, дошла. Да, мама, пришла. Ожени я, сын. Женись на ней, сынок. Мой брат и бьё сречен. Твой брат был бы рад. Сумню, Майка, нека, пусть. Сомневайся. Ну, ладно, брось это. А? Что? Кажи, добро, Майка, добро. Говорю, хорошо, мама. Поздравляю со свадьбой. Вот ты где, дядина счастье. Здравствуйте. Красавица. Русский, русский. Что я даме буду показывать, не поверишь. Смотри, что я тебе покажу. Твой брат говорил, горячая в любви девка, Иванка. Не девка, а огонь. Ты спробуй ее в любви, Драган. Обязательно, мама. Спробуй. Хочу обовязно, кажу. Да, спробуй. Что? Каже, Майко, пробачу. Говорю, спробую. Пробай, док рус не проба. Да, сынок, спробуй, пока русский не спробовал. Что ты здесь делаешь? Вот учусь летать. Мы были маленькие, мы сидели на этой крыше, смотрели на самолеты, которые пролетали. Драган, Боин и я. Кто Боин? Драганов брат. Был мечтатель. Писал стихи, вырезал их на яблоках. На яблоках? Деревьях. На заднем двору раньше был яблоковый сад. Все деревья были исписаны Боиновыми стихами. А что было потом, когда детство кончилось? Когда детство кончилось, я и Боин сделали свадьбу. Сидели на этой крыше, пили вино, смотрели на гостей. Я в белом платье. Смешно. Боин в костюме. Тесно. С короткими рукавами. Вся жизнь перед нами. А потом? Потом была война. Драган и Боин были герои. Боин говорил, стать героем просто. Надо только убивать больше людей, чем другие. Потом война прошла. Боин днем страшно пил, ночью кричал. Страшно. Как будто во сну к нему приходили все, кого он убил. Потом... Потом он пошел в сад. На том дереве, на котором он... На том дереве были стихи про самолеты. Про белый след, который они оставляют в небе.
На следующий день после похорон Драган взял топор, срубил все яблоки вместе со стихами. Ну, что потом? Потом Сергей и Иванка пошли танцевать. Обечо си ми то, да ћеш једне ноћи, кад се барош смири, ти по мене доћи. Замолил, да ты кажешь. Иванка, да прости, но Драган просил сказать тебе... Ты понашешь, как курва. В общем, чтобы ты не вела себя, как курва. Нет, это я ему говорить не буду. Самоубийца. Я не самоубийца. Рус! Куда ты, русский? Рус, не требуют и ноги! Что, тебе ноги не нужны? Добро, Рус. Значит, не нужны. Останешься без ног. Останешься без ног. Златко! Златко! Горане! Горан! Где си, Горане? Ты где? Дейо! 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 Мать твою, ну держись. Мать
Где? Где он? Опа! Опа, опа! Нигде. Ищи его сам. Тебе надо бежать. Я найду людей, которые прибросят тебя через границу. А вы? Думай о себе, русский. Каждый должен думать сам о себе. Уснул. О, знаешь, в классе 6 или 7 мне мама подарила шапку, на которой по-английски было написано «ски», лыжи. Вот. И один старшеклассник, такой здоровый дебил, как меня увидит, сразу начинает орать. У кого на шапке «ски», тот жевал свои носки. Вот. Блин, натерпелся я из-за него, из-за этой шапки. В школу даже ходить не хотел. Вот. Потом, значит, зима прошла. Ну, он от меня отстал. А вот такой страх, такой уродский, знаешь, внизу живота, который как тошнота подступает. Он у меня остался. И он все время у меня возникал, когда я видел этого придурка. Вот. Но однажды иду я из школы. А он сидит такой во дворе с пацанами, курит и ржет. И зубы у него, помню, такие желтые, кривые. И вот так мне захотелось дать ему по этим зубам. Знаешь, такая волна ненависти накатилась, что аж в глазах потемнело.
И? Подошел и двинул. И двинул. Ай! Почему ты это рассказал? Потому что я не буду больше бегать, Иванка. Я хочу сдаться. Здрасте. Вы прослушали запись на диктофоне? Светящий снега. Помнишь его? Кто это? Звался Милан Дуймович. Его звали Милан Дуймович. И саму неделю дана. Неделю назад он с отличием окончил полицейскую академию. С отличным успехом. Тога дана. Не морал нигде да идти. В тот день он не должен был идти. Это был его первый выезд. Я не понимаю, что вы говорите. Я не знаю сербский. Извините. Диктофонский снимок и твои изъявы. Ты чисто сранье. Запись на диктофоне, твои показания – это дерьмо. Ты и за что послал? Сейчас ты подробно напишешь о том, кто и зачем поручил тебе убить русского профессора. И как потом ты застрелил Милана Дуймовича в своем гостиничном номере. Вы прослушали запись диктофона? Алло. На выход. Совершаем след за другим. Вчера владыка мира созывал вас на свой пир, а сегодня последуйте его. А сегодня
Извините, что ты хотели? Пожалуйста, что вы хотели? Я хочу клиента. Увидеть своего клиента. Куда иду? Отворите вашу сторону. Хорошо, откройте портфель. Пройдите. 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 Вернитесь. Вернитесь. Зачекайте, молодец. Подождите. Имате 20 минут. У вас есть 20 минут. Боси ты? Ты кто такой? Где Джокович? Где Джокович, мать его? Корисная ствар, а пластичная бутылка. Полезная вещь эта бутылка. Могу да тебе им до смерти. Могу до смерти избить, ни одного синяка на тебе не будет. Что, пустишь? Что, выпустят меня? Да. Да. Условия едут. Условие одно. Да будешь мирным. Сидишь тихо и держишь язык за зубами. Нет проблем. Да я мужик, я ниже травы. Спасибо тебе. Готов. Что, все? Да. Недоказан человек. Да, невменяемый человек. Придется отказаться от защиты. Извините. Извините. Туалет где? Где у вас туалет? Вчера владыка мира прислал нас на свой пир, а сегодня последователь. Опять ты стопричь, а? Опять завел свою пластинку. Убили всю Янковича. Янковича убили. Я дежурник. Он дежурил возле комнаты вещдоков. Предрак Станович. Предрак Станович. Помощник специального помощник спецпрокурора республики. Вы отстранены от следствия. Молим. Что? Скинуты со случая. Вы отстранены от следствия. Эй, парень. Эй, парень. Все закончилось. Все закончилось. А, мы один праздник совершаем. Водите. Ведите его. Патрульный лекарь. Нужен врач. Водите. Вы знаете этого человека? Да. Только здесь он моложе. Его зовут Ильир Бушумин. Он профессиональный убийца. Называет себя ассасином, воином Аллаха. Во время войны он выслеживал и ликвидировал офицеров нашего генерального штаба. Сейчас работает на международных террористов. Почему он хочет убить меня? Я думал, вы меня об этом расскажите. Я не знаю. Я готов поспорить, что он придет за мной сюда. А, поэтому вы решили сдаться. Похоже, ваш план работал. Заустави. Заустави его. Остановите, вот он. Моторас около мало прыста, као дед. Обвел нас вокруг пальца, как детей. Через участок десятки людей в день проходят. Мы физически не можем отследить каждого. Анализ предоставленной вами информации завершен. Объект угрозы не представляет. Ждите дальнейших инструкций.
Иди. Осталось мало времени. Встречи должны быть долгими. Прощания краткие. Спасибо. А это у вас ангел? Да. Славный какой. Вы его возите с собой, потому что боитесь летать в самолете? Да нет, я не боюсь летать. Я тоже не боюсь. А сегодня нам вообще ничего не грозит. Сегодня 11 августа, день моего святого, святого Лаврентия. Это обнадеживает. А у вас когда день рождения? 4 апреля. 4 апреля? А, 4 апреля – день святого Исидора, покровителя интернета. У интернета тоже свой святой? Конечно, как. Скажите, а вы не могли бы мне помочь? С удовольствием. А чем? В одной телевикторине был вопрос. Нужно было отгадать по фразе из Писания день. Что за глупость такая? Ну что это такое? Кому в голову пришло в телевизионной викторине произносить слова Священного Писания? Ну кому это в голову пришло? Я не понимаю, что это такое. Господи. А какая фраза? Мы один праздник совершаем вслед за другим. Вчера Владыка мира призвал нас на свой пир, а сегодня последователь Господа. Стыдно, молодой человек. Стыдно этого не знать. Ведь это же 25 декабря, день святого Стефана Первомученика. Олег, послушай, старик не бредил. Последователь Господа, о котором твердил, как заведенный, это святой Стефан. И что? Самая известная работа профессора посвящена теории о пустотах в шельфе Адриатического побережья. В качестве примера в этой работе он приводит остров святого Стефана. А который расположен как раз над одной из таких пустот. К чему весь этот научпоп? Я не могу понять. Ну, открой любую газету. Сегодня на этом острове начинается саммит глав балканских государств. Так, я в курсе. И какое отношение это имеет к выжившему из ума профессору? По его теории, если правильно рассчитать место, то при помощи пары шашек тротила можно сделать так, чтобы остров ушел под воду. Ты хочешь сказать, что... Да, я хочу сказать, что профессор, как и другие убитые ученые, работали по контракту на людей, которые хотят взорвать остров. И убийца за мной гонялся именно потому, что думал, что на диктофоне информация об этом теракте. Алло? Ты меня слышишь, Олег? Да, да, я слышу. Сергей, ты... Значит, ты не улетел. Ты где? Я в такси еду в город. Хорошо. Никому не звони. Срочно приезжай в город, я тебе перезвоню. Ты слышишь? Хорошо.
никуда не улетел. Есть сигнал. Да, он возвращается в город. Откуда я знаю? Да, он возвращается в город. Что случилось? Не знаю, друже. Не знаю, друг. Але ж там є чудно. Странно. Надолго, как думаешь? Представляешь, сидит у меня дома в моих тапочках и пьет мое пиво. И она мне еще говорит, что он мой родственник. Ты что, не знаешь своих родственников, чувак? Ты что, дурак? Эй, постой, куда ты лезешь, друг? Где путник? Пассажир где? Ой, путник, какой знаю, пассажир? А, рус. А русский. Знаю, откуда я знаю? Ты, что ты ко мне пристал? Не знаю, где, не знаю, где этот человек. Стой, стой, стой! Там, там, там! Там, там, он там! Еще раз повторяю, мы сидели на траве, пили пиво за рулем. За каким рулем? Руль лежал рядом. Но вы же собирались потом сесть на мотоцикл и поехать. Какая разница, что мы собирались? Ты будешь искать мой байк или нет? Прости, Йоля, но ты лопух, ей-богу. Только у тебя могли так нелепо стащить байк. Значит, пиво, говорите, пили. Thank you.
Вы? Я? Не ждал? Вы же погибли. Ну, про тебя мне то же самое несколько раз говорили. Он жив? Да. На нем был бронежилет. Спасибо вам, я уже думал, все. Добегался. Да нет, это тебе спасибо, Сергей. Твоя версия про остров Святого Стефана подтвердилась. Сейчас идет эвакуация людей. Вам про это Олег рассказал? Нет. Про это нам рассказал ты. Добрый день. Добрый день. Дождь, если мы подъявляемся. Мы за девочкой. Сестра должна была вас предупредить. Данар. Да, конечно, проходите. Сюрприз. Мне нужны деньги, Олег. Не понимаю, какие деньги? Те, что ты получил от людей, которые пытались меня убить. Ты пьян, что ли? А? Чё ты несёшь-то? Ладно. Или ты делишься, я сваливаю домой, и мы забываем друг о друге. Или я сейчас еду в посольство и рассказываю все, что знаю. А что ты знаешь-то? Ну, я знаю достаточно для того, чтобы организовать тебе пару очных ставок с албанским террористом Элиром Бушуми. Сколько? А сколько ты получил? Ну, это тебя не касается. Я спрашиваю, сколько ты хочешь? Да я не жадный. Сколько дашь? Ладно. Слушай меня внимательно сейчас. Мы поедем с тобой в посольство. Я дам тебе денег. После этого мы поедем в аэропорт. Я посажу тебя на самолет. Ты улетишь первым рейсом. Больше я тебя не увижу. Ты понял? Хочешь совет? Беги. Станович не поднимает трубку. Куда мы едем? В посольство. Туда привезут твою девушку и ее дочку. О! О, кстати, вот он. Привет, придурок. Дай трубку, Сергей. А с кем я говорю? Дай трубку Сергею. Алло. Алло. Я слушаю. На площади через час. Что тебе нужно? Девочка мне не нужна. Мне нужен ты. Дай слово, что отпустишь девочку, если я приду. Пожалуйста,
И теперь переходим на новости региона. Полиция Черногории проводит чрезвычайные меры безопасности в преддверии открытия саммита глав балканских государств на острове Святого Стефана. Пойти с мамой. А ты? А я останусь. Не хочу так. Но я тоже не хочу. Понимаешь? Не всегда можно делать то, что хочется. Помнишь то, что я тебе подарил? Вот если тебе очень-очень сильно захочется меня увидеть, просто нажми кнопку. Но помни, сделать это можно только один раз. Правда? Можно ли дорады? Будет работать? Ну, с радио уже срабатывает. Ну, все, идите. Все кончено, площадь оцеплена. Здесь хватит, чтобы нести с собой всю площадь. Что ты? Что с тобой? Нет, дочь. Он не придет, это не работает. Я тогда обманул тебя в машине. Я так и не смог ударить этого парня. Зато теперь страха нет. Ты ее поправил? Да. А если ее обед кто-то обидит? Нет, теперь никто не обидит, я тебе обещаю. Сергей, а ты очень удивишься, когда узнаю, где я могу уметь летать? Конечно, не все же умеют летать. А ты мог, как маленький был? Ну, мог, но не так хорошо, как ты. А мама? А мама и сейчас может. Правда? Честное слово. Сижу возле моря. Да нет, да извини, просто совсем забегался с этой конференции. Да, все успел. Да был, ел я, мам. И спал, и загорел. Ну все, пока, мам. Да. Курку надел, не с него, с первого дня. Все,
Моя девчонка лучше всех, такой нет ни у кого. Такой нет ни у кого, а любит только меня одного. Ее волосы черные, как воронье крыло, а любит только меня одного. Она легко ступает, словно черная птица, вот такая у меня красавица. А когда целует и обнимает, тогда в любви вся утопает, потому что любит только меня одного. Красує пане, купне од'єда. Нема, 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 вона нікога. Вона волі саму мене, її ж два. А та мала нема, мане, ніко нема, та коле педрагане.